плохое соединение опять. Всем здравствуйте, дорогие господа. Не знаю, какое соединение. По идее, должно быть нормальное соединение. Здесь просто ужасно испортилась погода. Прям буквально секунду назад закончился ливень. Но новости важные, поэтому постараюсь. Ну, поэтому хочу сейчас как можно скорее до вас их донести. Сейчас, кстати, пришел вот один замок посетить, старый Кастелло, на итальянском замок. Горах находится, потом расскажу вообще, как, что, что почем. Но вот сейчас, сегодня получил рассылку с биржи Kraken и с биржи Bitfinex о форке биткоина, биткоин кэш, который произойдет по международному времени в 12 часов 20 минут 1 числа. То есть все-таки биткоин раздвоится, но это не потому, что там сообщество не поддержало Segwit, а потому что просто небольшой группе майнеров, один из майнинг-пулов решил искусственно создать свой альткоин, ну скажем так, это вот как Dash когда-то в свое время создавался, который будет называться Bitcoin Cash. Он запустится 1 числа. Значит, у всех держателей биткоина есть возможность получить аналогичное количество биткоин-кэша, да, то есть уже будет два типа биткоина, биткоин официальный и биткоин-кэш. И если, например, у вас есть биткоины на биткоин-кошельке, то вы можете бесплатно получить такое же количество биткоин-кэша в другом блокчейне биткоина, вот этого форка. Для того, чтобы их получить, ваши биткоины обязательно должны находиться либо на холодном кошельке с приватными ключами, которые известны только вам, либо же на бирже Kraken. Kraken уже объявил о поддержке Bitcoin Cash, и либо же на кошельке Bitfinex. И обязательно они должны быть, ну, не то что обязательно, желательно, чтобы они не были задействованы в маржинальной торговле. То есть там Kraken вроде бы как описал, что это можно так сделать, но я бы на вашем месте так бы не делал. То есть вы можете просто перевести, например, я все-таки советую больше Kraken, нежели Bitfinex. Просто переведите свои биткоины на биткоин-кошелек биржи Kraken, kraken.com. Там достаточно простая верификация. То есть там без верификации, по-моему, на несколько тысяч долларов можно в день делать выводы. То есть, по-моему, один биткоин или два биткоина. А если вы пройдете верификацию, там, по-моему, с третьим уровнем верификации до 20 тысяч долларов в день можно выводить оттуда. Так что там достаточно большие суммы можно туда переводить биткоин. То есть переведете туда, и 1 числа в полдень по международному времени вы получите на баланс в Кракене не только свои биткоины, но еще и биткоин кэш в таком же количестве, в каком у вас были биткоины. То есть можете как бы на этой ситуации выиграть. Но, по крайней мере, не потерять, потому что, скорее всего, после появления форка биткоина, а биткоин кэш будет иметь объем блока до 8 мегабайт максимум, то у вас, в принципе, все мировое сообщество увидит падение биткоина. То есть все-таки разделение есть разделение. Соответственно, часть капитализации биткоина перетечет в биткоин кэш. То есть это такое некое размытие, размывка, да, то есть когда инфляция, скажем так, это инфляция, краткосрочная инфляция биткоина. Вплоть, скорее всего, что где-то до ноября мы будем из-за этого видеть дальнейшее падение биткоина, ну и, соответственно, скорее всего, всех альткоинов. То есть практически весь крипторынок будет переживать падение до ноября месяца. После ноября будет ожидаться ложь. Это мне писали ложь. Лучшая ложь. На почту мне представили. После ноября будет ожидаться, скорее всего, падение. Ой, подъем. Вот. Подъем всех криптовалют. До ноября, скорее всего, будет падение. С какого перепуга перетечет капитализация? Ну, вот смотри. Вот есть, например, у тебя всего, допустим, ну, предположим, да, вот сейчас вот есть около 17 миллионов биткоинов уже было промайнено. Сейчас, секундочку. Так, сейчас. Так, надеюсь, меня слышно хорошо. Вот смотрите, вот допустим, у вас есть 17 миллионов биткоинов в биткоин-сети. И стоит она вся вместе, да, 45 миллиардов долларов. Ну или какая сейчас на данный момент капитализация, около того. Но тут берут и делают еще такое же количество, такой же монеты и просто на шару раздают всем владельцам биткоина.
Соответственно, ну, то есть биткоина становится в какой-то момент в два раза больше. Да? Кто-то начинает признавать этот биткоин кэш, кто-то его не признает. То есть из-за этого капитализация просто разделится. То есть капитализация биткоина естественным образом упадет, потому что часть внимания сейчас будет переключена на биткоин кэш. Соответственно, и биткоин просядет. Насколько он просядет в цене, ну, это не совсем известно, но я думаю, процентов на 30-40 просядет. То есть, скорее всего, так и будет. Вот. Есть ли битки на блокчейне, есть инфа? Нет, на блокчейн инфа, я думаю, что те, кто на блокчейн инфа, они, скорее всего, не получат биткоин кэш. Да, их сразу сольют, и биткоин кэш сразу же, как после появления, сразу же тоже упадет в цене. По какой цене будет кэш? Ну, изначально, это даже вообще невозможно предсказать, по какой цене он будет. Наверное, в первую секунду он, наверное, после появления будет по такой же цене, как и биткоин. Но потом, естественно, всех, кто на халяву его получит, начнут его сливать, кто в него не верит. Естественно, он упадет там раз в 10-20 раз. То есть он будет альткоином и будет стоить он, скорее всего, раз в 10 меньше, а то и в 20 раз меньше, чем биткоин. Потому что мы сейчас видим, что биткоин кэш поддерживает, ну, там, 5% майнеров примерно. Если биткоин кэш вольют в биткоин, и цена битка вырастет до 4000, да, блин. Наоборот, его как раз-таки этот биткоин кэш и будут продавать за биткоины. То есть в любом случае, если кто-то будет продавать биткоин кэш, значит кто-то его будет за биткоины покупать. Соответственно, капитализация биткоина частично перетечет в капитализацию биткоин кэш. Ребят, по-другому быть не может. Вот, поэтому биток упадет. Но биткоин кэш упадет еще больше, потому что за биткоин кэш захотят купить биткоины. То есть биткоин кэш будет, я думаю, ну, там, долларов 200, может быть, стоит. Ну, не знаю, то есть это пальцем вот в это небо, понимаете? Пальцем в небо. На BTC.com те, кто хранит биткоины, получат форк? Не знаю, уточняйте у BTC.com, там на сайт зайдите, обязательно должны там написать. Что будет с Poloniex? Да хрен его знает, что будет с Poloniex. Я уже высказывал свое насторожение относительно Poloniex. Я как бы там деньги свои стараюсь не держать. Я не знаю, поддержит ли Poloniex биткоин кэш или нет. Верните BTCE. BTCE, по идее, должен запуститься в скором времени снова. У тебя есть 50 миллионов чего? Не знаю, закрытый у меня комментарий, знак вопроса. Что будет с эфириумом? Битго будет поддерживать кэш? Наверное, не будет Битго, я не знаю. В любом случае, просто переведите на Bitfinex, если вы не умеете пользоваться холодными кошельками, да, вот с приватными ключами, не боитесь играться, не знаете, как это делается, если не знаете, как пользоваться там кошельком там Bitcoin Core или Electrum, то просто переведите на Kraken и не парьтесь, получите вы и то, и другое. Не знаю, блокчейн инфа, не знаю, читайте них. Наверное, не будет он давать биткоин кэш. Так, ферму собирать. На эфириуме я бы сейчас не стал бы собирать ферму. Мы сейчас собираем пару ферм на базе другого алгоритма, поэтому не на базе хэш. Расскажу чуть позже, через пару недель. Мы кое-что готовили последние месяцы для криптосообщества, и скоро представим, что мы готовили. Сливать крипту или нет? Я бы советовал перевести крипту, у кого есть крипта, перевести ее просто в битки. Сейчас, скорее всего, что все альты будут садиться еще вот до середины осени. То есть, ну, скорее всего, так и будет. В чем отличие между битками? Ну, первый биток официальный, это биткоин, который сейчас принял Segwit. И Segwit 2x его ждет в ноябре. Это размер блока биткоина увеличен до 2 мегабайта. А у этого биткоина, вот с 1 числа, у биткоин кэш уже размер блока максимально будет ограничен 8 мегабайтами. То есть до 8 мегабайт. Свое мнение относительно размера блока биткоина я высказывал в предыдущем видео. То есть можете просто посмотреть. Держу на лонг эфир, бит и лайт. Рыпаться или сидеть спокойно? Лайткоин, я не думаю, что нужно рыпаться. Вот биткоин тоже не нужно рыпаться. А вот эфир, я не знаю, я не уверен. Вот в связи с последними событиями и то, что ничего у Виталика Бутерина с эфириумом не получается, они все только воздух гоняют относительно масштабирования, но ничего там, продвижений серьезных нету, поэтому я бы не стал дальше держать эфир. Он сейчас, на мой взгляд, сильно перекуплен.
Я сейчас, вот я могу высказать свою позицию. Я сейчас закупаю все криптовалюты и закупаю их постепенно. То есть я зарабатываю в MLM, я зарабатываю в криптрейде. Кстати, вот в криптрейд, я думаю, будет хорошо работать. У них они вообще полностью осведомлены об этих событиях. И я думаю, что с крипом все будет хорошо. Вот криптрейд платит, я завтра получу выплату 15 тысяч долларов по пассиву еще дополнительно. И я потихоньку, вот каждый месяц, каждую неделю получаю партнерку, получаю пассив. Я закупаю крипту. Покупаю я NEM, Mysterium, StorgeCoin. Многие люди спрашивают, а что это ты там StorgeCoin X всем советовал, сейчас какой-то StorgeCoin. Я уже говорил давно, что StorgeCoin был изначально на блокчейне биткоина, это как форк биткоина был. Сейчас он перешел на стандарт ERC-20 на блокчейн эфириума. Поэтому новая монета называется уже StorgeCoin без X. Что думаешь о Tezos? Не успел поучаствовать в ICO Tezos и слава богу. NEM не трогать? NEM не трогать. Я бы не трогал NEM, потому что катапульт уже почти готов. Так, ну вот NEM, StorgeCoin, Mysterium, можно чуть-чуть закупить EOS, как я говорил раньше, да? EOS, это вот как типа криптокомпьютер, как они его называют. Криптооперационная система. Вот, что еще? Вот сейчас я поучаствовал в ICO Terion. Я туда вложил 14,5 эфиров, ну, 3000 долларов. Как бы, ну, на небольшие объемы. То есть основной капитал я сейчас инвестирую в NEM, и вот сейчас появится Атом от Космоса. Космос, Атом. Это реально крипта, которая, блин, может взять первенство. Как и эфириум в свое время тоже там. Очень сильно они могут нашуметь. Что будет с ГУП? Не знаю, мне его посоветовали купить, я об этом сказал. Я вот это купил по 6200 сатош. Большую часть я слил по 9000 сатош. И у меня там еще оставалось где-то на 500 или на 600 долларов. Я его сейчас по 5000 весь продал и поучаствовал в Терионе. Так, когда появится Атом? Атом должен появиться на всех биржах уже вот... когда? Уже в августе. Мне кажется, дождь заканчивается. У меня скоро экскурсия, вот взял такой билетик. Надо ждать дна, а потом покупать. Все правильно, Василий? Только никто не знает, где будет дно. Билетики. Не знаю, разрешат мне замок. Это замок короля итальянского какого-то века. Хер знает какого. Сюда приезжал на охоту, в общем. Вроде дождик еще идет. Но тут такой столб воды стоял, что вообще капец прям. Внизу автострада. Дождь еще идет. Что с Терион? Взял я Терион на 3000 долларов. Я уже сказал об этом. В сентябре выйдет на бирже. Так, какие прогнозы по кат? Я не знаю, что это такое. Может быть, сейчас ржать надо мной будете, но я не знаю, что это. Ethereum Classic держать? Я лично не держу. Некоторые мои друзья в него сильно верят, но я лично считаю, что ну, есть официальный Ethereum, а Ethereum Classic — это просто его форк. Если они его будут развивать правильно, да, то есть если у них будет развитие более положительное, чем у классического Ethereum, то вполне может быть. Dash бы советовал еще купить. Dash тоже интересная монета. Ладно, ребят, пошел на экскурсию. BTC Scam не думаю. Я думаю, что BTC еще запустится. То есть они штраф заплатили. Я думаю, что BTC будет запущен. Возможно, они пойдут по пути Bitfinex и выпустят какие-то токены, которые будут покрывать потери участников, ну, за счет которых, естественно, были уплачены штрафы. Ладно, ребят, все. Всем счастливо, спасибо за пожелания. Держать Арагон, не знаю. Счастливо, ребят, подписывайтесь.